Приветствую всех на своем канале, дорогие гости мои, подписчики и так просто зрители. В общем, всех с наступившим 2021 годом, всем крепкого здоровья, ну и всяких интересных путешествий, событий, в общем, всего хорошего. А я вот в такой этот день, в общем, запланировал поход, велопоход. Ну, как обычно, леса, озера, в общем, в поисках интересных кадров, мест и вообще отдыха такого для души. Ну, нагрузил велик, в общем, по-зимнему, теплый спальник, палатка. Ну, так, вот, и... Ну, такой этот тент, понятно, потому что он меня спас в моем первом походе. Это был зимний велопоход, и довольно тент так себя хорошо проявил. Ну и так, водичка, там всякие принадлежности, ремнаборы на всякий случай. Такое. Хотел еще сказать. Испытываю новую резину, поставил такую новую резину. Ну, она, в общем... такая середина и шоссе, и такая грунтовка, в общем, такая вот резина новая, хорошая, чуть-чуть шире взял, чем у меня была моя старая. Она уже, к сожалению, свое отходила, начала там трескаться, лопаться. Ну, в общем, вот так вот, вот снарядил велосипед и нахожусь на такой вот своей точки старта, выехал за свой населенный пункт. Ну, я, друзья, отправляюсь в свое путешествие, в свой велопоход. Зимняя погода хорошая, хотя, не знаю, непредсказуемо, стоит дождь, по крайней мере, на ночь. Ну, и это будет интересно. Взял с собой все теплое. Вот так. Я погнал не туда. И это будет мое начало маршрута, а там дальше посмотрю. Мой путь. Такое вот начало леса начинается. И я буду следовать по таким вот лесным обычным грунтовым дорогам. Может, кое-где буду ехать по трассе. Ну, такое вот велопутешествие у меня, в общем, запланировано. Ну так, друзья, я продолжаю свой путь. Итак, еду я по вот такому вот лесу. Классно, хорошо. Хорошо, нету ветра. Тихо, спокойно. Это 2 января. Сегодня. И вот так вот. Ну, ничего, хорошо. После этих всех праздников, обжираний, так скажем, куча еды, куча всего, надо немного разгрузиться. И так вот сбросить лишние калории. Назову это так. Ну, оно, наверное, так и есть. А мой маршрут, не знаю, так запланированный, в общем, так как хочу, если получится. Ну, должно получиться. Такой километров 50, недалеко от моего города. Такое есть озеро, я на нем бывал. Там красивая электростанция. В общем, поеду, попутешествую на велике зимой. Вот так, а то всегда так, пешочком. Ну, пешком я еще там буду летом. И бывал, ходил. Вот так. Итак, лес закончился. И моя дорога идет такими вот полями. Ну, по полю, вдоль леса, конечно. И
виднеются такие интересные засетки. Засетки. И как бы можно будет организовать сюда. Вон она вдалеке. Должно быть видно. И такая вот интересная там засетка. Да, надо будет отдельный походик так именно в поисках новых заседок. Ой, их тут много, так посмотрел. Тут вот коровы пасутся, валяются вон там под деревьями. Кто в поле, кто под деревом. А мне по этой дороге дальше. Небольшой подъемчик, как всегда. Закон подлости велосипедиста. Да, дядь Толя. Эх, вспоминаю ваши слова. Встречный ветер и дорога под горку. Это именно такая вот фигня у велосипедиста. Постоянно его преследует. Такая вот штука. Ну, а я продолжаю свой путь дальше. Классно, все-таки покамест такое интересное, хорошее настроение поднялось. Ну, меньше грязи. Меньше грязи, и тут такое, такая с гравием более, не знаю, щебенка дорога покамест идет. В общем, ехать хорошо. Хорошо, тишина, ветра нету. Как таковой помехи ветреной особо не создается. И такую пятиминутку сделал небольшую. Буду ехать дальше. Еду я по вот такой вот отличной грунтовке. И мне сейчас надо доехать до населенного пункта Пшеласок называется. И там я уже выйду на шоссе. И, наверное, проедусь по шоссе немного. Там будет дорога. В основном такая спуск. Тут уже такой подгорная местность такая. И в принципе тут ровных дорог практически нема. Постоянно будет спуск, подъем. А такой небольшой, но будет. Ну как бы, наверное, пройдусь по шоссе. Это в принципе ускорит мой путь. Время моего пути. Проехав немного дальше, вот так вот сбоку видно такая кормушка, такая, в общем, цивильная крыша, все не заваленное, не разваленное, в общем, так. Ну, вот такие вот интересные вещи попадаются на моем пути. Ну, это все для зверей, жителей этих лесов. Ну, а я продолжаю путь дальше. До населенного пункта. Немного отъехав от этой кормушки, увидел такое вот место, в принципе, для отдыха. Такая вообще классная беседка. И сделаю здесь очередную пятиминутку. Вот так вот тут обустроены места для туристов, велотуристов. Можно посидеть, отдохнуть. Не знаю, там что-то съесть. Даже кострище есть. Вообще класс. Интересно. Ага, это уже лесничество Свирядов. В принципе, да. Это я уже в другом регионе. И как бы так. Да. Вот такое вот прекрасное место, где можно отдохнуть туристам. И я его обозначу в своем навигаторе фототочкой. Ну, это даже будет классно. Да, метка, значит, мы его сделаем вот так. Липова хата называется. Но есть. И она у меня обозначена фототочкой в моей карте. Ну, немного я проехал всего лишь. Почти 10 километров. Это мало, в принципе. Но интересно. Интересно проехаться по этому лесу. А, друзья, постояв немного, я продолжу свой путь дальше.
такие вот интересные места попадаются по моему маршруту. Маршрут новый, я еще им даже пешком не ходил, на веле решил проехаться. И как бы пока месть впечатляющая для меня лично. Что-то новое, новые стоянки цивильные, даже так идти пешком, это уже будет интересно. Ну так, я выезжаю на свою лесную дорогу и еду дальше. Вот так, друзья, выезжаю я на шоссе. Такая пригородная трасса, и по ней я проследую до населенного пункта Пшеласок. Давай вот так вот. И вот так я еду. Гоняют меня машины. Понятно, я не сильно быстро еду. Вот так. Проехав немного по шоссе, я заезжаю в этот городок Пшеласок, и мне пока месть прямо в направлении Лешны. Это еще до Лешны километров 10. Я сейчас где-нибудь стану, посмотрю по навигатору, где я могу что-то там срезать, может быть, по полям, по лесам. В общем так. Вот такие вот планы. А я сейчас еду по этому населенному пункту. Он небольшой вообще, так оставлю в таком вот карманчике небольшом. И хочу посмотреть, что там, как у меня на пути. Да, интересная дорога отмечена, но она, к сожалению, тупиковая. Не знаю, так вроде ничего и не будет такого сверхъестественного здесь. А мне придется ехать, ну, как бы не сильно далеко, но охота была по лесу, но, к сожалению, тут, в общем, либо удлинять маршрут, что мне особо не хочется, либо просто продолжать движение по, в общем, этой дороге. Ну, вот так. Ну, а там дальше будет видно. Я еду дальше. Подъезжаю я, в общем, до конца. Конец этого населенного пункта. Такой знак, олени прыгают. Ну, это шутка. Ну, животные тут часто через дорогу неожиданно так выбегают. И я покидаю этот населенный пункт. Конец зоны застройки и конец города Пшеласок. Да, вот такой вот начинается у меня спуск. И как-то так ветер так свежо дует. Да, плохо я сделал, конечно, что не одел ветровку, но то ничего. Я думаю, сейчас прорвемся. Уменьшим немного скорость. И потихоньку будем спускаться. Тоже разгоняться особо не стоит. Так, ага, хорошо, быстро разгоняется. Велик, конечно, накат у него отличный. По асфальту тем более. Итак, забравшись на очередную такую вот горку, был подъем у меня. Приехал я оттуда. Такой вот этот вид.
Вид у меня открывается здесь. Тоже так красиво. В общем, и мне предстоит вот такой вот очередной спуск. Ну, это уже такой спуск. Да, классно. Ну, я продолжу путь дальше. Итак, заехал я в город Лешно. И мне предстоит проехать его в другой конец. Переехать речку небольшую. Где-то вот сейчас еду, будет поворот. И мне там надо будет чуть-чуть покататься. Ну и дальше будет видно. Дальше буду ехать. Такая крутая гора будет. Ну посмотрим. Итак. Подъехал я по такому вот мостику. Мне тут надо будет переехать эту речушку. И дальше уже. Дальше ехать по маршруту. Вот так. Такая вот речка. И я еду. Тут еще один будет мост. Это маленькая речка. А вот дальше будет мост. Это по идее Квиса. Забираюсь на этот мост, такой подъем, и тут вот, да, это речка Квиса, так ее видно, немного покажу, такой вот обзор, и с этой стороны тоже классно плавают утки. Вообще все четко. А я, друзья, продолжаю путь дальше. Такими вот улицами. Немного проеду. И выйду на центральную улицу этого города. Она такая основная. И там уже буду съезжать дальше. Итак, проехал я Лешно. И мне предстоит крутой подъем в горку. Ничего, преодолеем. Такое вот начало подъема. И так метров, я не знаю сколько, но нормальный подъем будет. Фух, не, он такой реально нормальный, крутой подъем. И так вот, вот стою на этом, на этой высоте, любуюсь такими вот красотами покамести. Я приехал вот в принципе вот так вот на горизонт, если прямо посмотреть, примерно вот там вот тут и шла моя дорога. И я так вот тут ехал. Ну, в общем, так. Ну и теперь я проследую уже, в принципе, до своей точки уже финиша, стоянки своей на этом водохранилище. Зимой я еще тут с ночевкой не был.
Фух. Вот, немного отдышался. Продолжу свой путь дальше. И первым делом, приехав на стоянку, буду разводить костерчик, потому что что-то так холодает на вечер. Ну, еще не вечер, но в принципе так. Немного передохнув, я продолжу свой путь дальше. Немного еще по шоссе. Ну и там, в принципе, съеду с него. Оно такое особо не шумное. Машин тут мало ездит. Ну так, из воспоминаний так летних походов, скажем так. И буду тут стоять недалеко от этого шоссе. Итак, подъехал я к этому водохранилищу. И сейчас осмотрюсь тут, как, что. Найду себе стоянку. Может, так проедусь на свою летнюю. Посмотрю. И тут он даже кто-то что-то строил, какие-то стройматериалы вывалили. Я не знаю, с чем это связано. Ну, немного материалов. Дров тут предостаточно. Ну и сейчас проедусь, гляну. Вода, в принципе, немного стоит замерзшая во льду. Вот так прихватило немножко. Но это не страшно. Тут, в принципе, дров хватит пройтись пособирать. Вот так. Возле города Лешно на водохранилище этой тут небольшая, в общем, электростанция, и протекает река Квиса, и это образовалось, в общем, водохранилище от этой речки. Вот так, воды много, нормально подняли, она была на ремонте, эта плотина, летом. В общем, сейчас ее сделали. И вот так вот. И я сейчас поищу здесь стояночку себе. Да. В общем, все хорошо. Встал вопрос с выбором стоянки. То есть там, где я стоял летом, не знаю, все в корнях, как бы палатка будет. Ну, сами понимаете, будет жестко, неудобно и будет большой дискомфорт. Вот такая полянка, в принципе, хорошая. Ну, хорошая. Как вариант, можно. Что-то она мне как-то не так. Неровное тут место. Ну, не знаю, так вроде как видно склон. Ну, тоже в палатке будет неудобно. Скатываться будет куда-нибудь. И я вот не знаю. Есть место. Там вот на другой стороне. Я сейчас объеду, в общем, по дороге. Немножко проеду по лесной. И мне надо, в общем, на ту сторону залива. И там как-то давно, я не знаю, года два назад, весной я стоял. Ну, так была дневка обычная, но, тем не менее, было. И вот, наверное, я сейчас так и сделаю, и поеду на ту сторону. Там такая есть площадка, вроде как ровная должно быть. Ну, это так, по памяти. Не знаю, как это сейчас будет, но, наверное, все-таки туда. Вот. Ну, такая вот у меня мысль. Значит, я так и сделаю. В общем, выехал я на вот такую вот полянку. Тут сейчас немного оборудую кострище. В общем, когда-то я здесь стоял на этой. Она такая плоская, нормальная. Прямо возле воды. И здесь будет моя стоянка. Поставлю палаточку тут как раз.
И тут возле костра вода вообще четко. Я думаю, классно проведу время. А сейчас займусь благоустройством немного этой стояночки. Дров тут полно. Нормально. Сделал такое вот кострище. Запаса немного дровами. Сырые дрова плохо. Ну, разгорятся. В общем, вот такое тут у меня сегодня вечер. Погода пока не хорошая. Там на той стороне виднеется тут кемпинг. Там всякие домики. Тоже отдыхают люди. Ну, а я дикарем. Дикарем. Велопоход. Ну, и буду дальше обустраиваться. Время еще есть. Ну, вот так. Запалил я, в общем, костер. Сейчас немного сделаю уюта. Тепло. Сделаю чайка. Ну и дальше уже буду ставить палатку. Палатку я достал. Она лежит тут уже готова. В общем, горелочка. Кстати, с помощью горелки я распалил вот этот костер. Ну, побыстрее, чтобы там не заморачиваться. Забыл я такую вот специальную штуку. В общем, сухой спирт. Ну, ничего страшного. Есть горелка, помогла. Ну, в общем, так, вечерую. Так, сделал я себе чая. Сижу вот так вот, греюсь возле костра. Приехал я наконец-то на такое место, где их можно полить, разводить. Вот сижу так, вечерую, отдыхаю, просто классно, тишина. Там недалеко это шоссе, особо машины не беспокоят. Вот так. Да. Хорошо. Ставлю палатку. Установил палатку. Сейчас сделаю, ну, положу, у меня такое, в общем, утепление пола. Ну, естественно, пенка сначала, и сверху такая, она как тоже с покрытием пенки, но маленькая, и такое вот, ну, в общем, комфортная, она легкая, и дополнение к пенке, в общем-то, нормально, тепло, ну, теплее. Ну, в общем, вот так, такое вот у меня дополнение к полу. И, друзья, в общем, устанавливаю все это дело. Ну, примерно так это будет выглядеть. Обычная самая пенка. Вот. И сверху я ложу вот такую дополнительную. Она тоже с такой прослойкой. Там тоже внутри утеплитель небольшой. Она тонкая, легкая. Ну и как бы помогает. В общем, вот так вот все. Разложил. Теплый спальник. Ну и все хорошо. Доваривается мой суп. И буду сейчас ужинать. Суп грибной.
такой вариант грибного супа. Обычный сухпайок, только с грибами. Вот. Ну вот так вот я вечерую. Горит костерок. И, в общем, такой вот у меня поход. Так у меня заканчивается день. Закончился, прошел хорошо. Приехал я на это озеро, где можно попалить кастрик. Вообще сделать такую атмосферу походную, нормальную. И так я вечерую. Поужинав плотно, так, в супчиках грибного. Ну так. Где-то стреляют салюты. До сих пор празднуют Новый год. А я на берегу озера. Отдыхаю. Ну, а я, друзья, так вот отвечерую. Смотрю, как горит костер. Посижу еще немного. Ну и буду уже тоже спать. Завтра предстоит обратная дорога. Посмотрел погоду. Ну, такой неутешительный прогноз. Мокрый снег ночью. Где-то после 12 стоит. И, ну, по крайней мере, написано до 8-9 утра. Ну, посмотрю. Ну и так, залез я в теплый спальничек. Ну и спокойной ночи, друзья. Так прошел мой первый день похода. Буду спать.